Друзья мои, всем приветики. Мурзя, ты с нами собрался, что ли, идти? Мы собрались, девочки, до города сходить. Мне надо сходить в поликлинику. Виталя, махни рукой. Поздоровайся, да? Округа наша улица. А, чё, Мурзя, увидел? Пёсика увидел. Поликлинику, девчонки, собралась. В общем, мне надо сдать флюорографию. Пройти флюорографию. И я не знаю, в общем, пройду я, не пройду. У нас с 11 до 2 работает. Так что позвала с собой Виталию. Я говорю, пойдем, Виталя, сходим потихоньку. Ева у нас спит. Она днем спит достаточно, чтобы ее оставить. Марине сказала присмотреть, если что. Вот. В общем, сходим сейчас. Сходим. Воздух у нас такой хороший, погода классная. 2 градуса. Снежок пролетал. Красота вообще. Весной пахнет, девчонки. Прям весной пахнет. Хотя такие сугробы лежат вокруг. Да, Виталя? Я говорю, весной пахнет. Красота такая, прям воздух свежий. Погулять. Я думаю, что сегодня мы соберемся. Ну, Матвея, температуры нету. Вроде чуть-чуть получше. Так что сейчас сходим. А потом... Потом видно будет. Но я надеюсь, что мы сегодня погуляем с детьми. Так что идем, девочки. Покачаемся? Ты, блин. У нас тут только качели. Мы дошли с Виталий. Ух, это первая моя прогулка. Вылазка из дома. Все. Что, пошли? Ладно, идти надо. Ну, тряхнись. Ага. Девочки, мне просто повезло. Я сходила, прошла флюорографию. Пожалуйста, пока вакцинируйтесь. Флюорографию прошла. В понедельник надо будет записаться в женскую, сходить на прием. Так что очень даже я довольна. Не поленилась, сходила. С 11 до часу работает, оказывается. А Марина мне говорила, что с часу до 2. Ой, с 11 до 2. Ну вот, мы сейчас тихонько идем. А пойдем сюда. Мы сейчас с тобой в Фикс-Прайс зайдем. Зайдем в Фикс-Прайс, девочки, давно не были. Мне надо купить земли. Посмотреть, в общем. Смотрите, что-нибудь всякое. Так что посмотрим. Посмотрим. Ой, нет, не надо нас закрывать. Надо дышать. Надышаться воздухом свежим. Народу вообще в больнице нет. Надо же. Марина в прошлый раз ходила, говорит, столько народу было, ужасно много. Еле высидела очередь, а мне повезло. Так что ура, ура, флюорография пройдена. Так. Хочу Матвейке новые книжечки купить. Книжечки. Так, Новый год в кругу друзей. Не знаю, тут вот такие вот раскрасочки, что ли. Так, только... Альбом раскраска. Смотрите, тогда. Так, три листа с контуром. Интересно. Что оно стоит? Так, книга для мальчика. На картоне. Раскраска. И плюс 8 фломастеров. Это, наверное, вот это или нет? Да, тут, слушай, фломастеры. Кстати, вот они. Интересно. Интересно. И цена у нее, что это стоит? Ну, 200 рублей. Ух ты.
Такие красивые девочки. Марине, что ли, взять? Марине. Ну, что? Я большая, взрослая девочка, но мне нравится. Кстати, 250 рублей. Ну, что, 250? У него такие... Почти одинаковые, да? Блин, красота. День влюбленных впереди. Так, ну ладно, в общем, посмотрим. Не знаю, что мы возьмем. Что-то надо взять. Машинки. Помните, у нас парень машинки любит. Машинки, паровозик. Паровозик. Зашли в детский отдел. В любимый Матвейкин отдел, да? А сегодня тут такой выбор прям большой. Осмотрим. Смотрим, девочки, чтобы взять ребенку. Кубики он присмотрел, не знаю, он просил. Три кота. Самолеты, роботы. А что только нету. Что только нету. Где ты, Виталий? А, Виталий инструмент показывал. Любимый инструмент. Я говорю, нет, нам не надо. Хотя можно и посмотреть. Ходунки, что ли, для куклы. Угу. Ходунки для куклы, надо же. Что только не придумают. Посудка, набор. Так. Домик. Набор. Металлический сервиз, 300 рублей. У нас где-то в доме 2 лежит такой набор, кстати. Он, ну, он играл им, но... Игрушек-то что, достаточно? Но все равно что-то новое надо покупать. Иногда хотя бы. Мы уже, девочки, домой пришли. Марина тут у нас вот так вот справляется. А Матвейка ждал у нас. Что ты, мой мальчик, ждал? Подарков? Подарков. Мама тебе кубики купила? Кубики. Кубики-рубики. Вот такие вот три кота. Да? Купили альбомчики, картон. Все. Книжечку тебе взяли, смотри, книжечка. Машинки, карандашики. Будем рисовать. Такие вот карандашики, набор мини-карандашей. Так, ну положь пока туда. Взяли все-таки вот такой вот... Как это называть? Ну, альбом, раскраска для рисования. Распечатайте, посмотрим, что это. Интересно. Много всего взяли тебе, да? Много? Много, да. У-у-у, какая раскраска. Смотри, Матвейка. Сына, смотри, какая раскраска вон. Вот это вот, смотри. Я не знаю, как. Ну, открой вот это. Ему кубики. Смотри, ему кубики интереснее. Давай кубики откроем. Вот так вот, да? Хотела тебе, дочь, купить этот блокнот для девочки. Не знаю. Потом подумала, говорю, ладно, когда-то я тебе дарила блокнот, ты вроде им не пользуешься или пользуешься? Какой? Ну, какой-то блокнотик у тебя был. Я не помню. А ты его кому-то подарила, мне кажется. Кисточки взяли. А, набор, да. Набор кисточек. 99 рублей вроде. Смотри, будем рисовать. Так, это Виталя гелевые ручки взял. Ты, кстати, их проверь, сына, хорошие, нет они. Потому что они могут быть и не очень. Клей карандашиком для аппликаций. Заниматься с Матвейкой. Ватные диски взяли, Марина. Угу. Угу. Две штучки. Виталя взял ополаскиватель. Это паста зубная. Виталя взял пасту. Чеснок. Чеснок сушеный.
Так. Напиток. Он просил, парень, сок, кстати. Сок. Ножик Виталий себе взял для фруктов. Кубики. Ему интересно кубиками-то заниматься. Так что он сейчас завлекется ненадолго. Все, 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 все. У нас тут вот так вот. Мамка, скажи, кормить надо, да? Вот так вот мы пищим. Так, ну все, будем заниматься Евой, да? Евочку кормить надо. А вы пока играйте давайте. Что ты говоришь? Кубики играй. Играй кубиками, да. Много тебе всего купили. Нормальная ручка, нет? Тоненькая такая. Ну смотри, хорошо. Для экзаменов-то. Ну, сейчас что, 2 недели на дистанционке будете сидеть? Так? Ну, так что... Так что вот такие вот, Матвейки, подарочки, да? Что говорят? Спасибо. Не за что. На радость тебе. Радуйся, сыночек. Да? Радуйся, мой любименький. Что, вкусный напиток-то? Вкусный. Вкусный? Все, у нас Виталий заинтересовался раскраской. Это, ну, для более взрослых детей. Это раскраска сына. Как она называется-то? Многоразовая. Многоразовая, да? О. Круто. Круто, круто. Беги раскрашивай. Ты альбомчик взял, смотри. Взял альбомчик и рисуй давай на альбомчике. Виталий, тут надо поубирать лишнее это все. Ну, убирай. Он уже... Ой, сына, нет, открывай аккуратненько. Матвей. Он уже отрывает. Ну ничего, мы в контейнер сложим потом, да? В контейнер сложим. Давай, распечатывай и разукрашивай в альбомчике. Рисуй. Же рисую. Вот, все. Возьми у него. Надо порядок наводить. Он тут парень. Они такие, но мне они вот нравятся, такие карандаши. Нравятся такие карандаши тебе? Такие толстенькие, да, хорошенькие. Давай рисуй что-нибудь. Ну. Собрали, да, кубики? Кубики. Ой, какая картинка, да? Кто там на рисунке-то? Кто это, сынок? Коты. 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 Вот так. Кисточки будем рисовать? Красками, да, будем рисовать? Длинные, а не длинные. Да, мы тут полязываем. Покусала, да? Покусала. Перевернул, да? А, вот так вот. Да, я все их возьму. Давай тогда эту штуку разукрасим. Да? Давайте раскрашивайте. Раскрашивайте. Что это? Фломастер? Сейчас на машину. Давайте, маме сейчас надо будет обедом заниматься. Обед будем готовить. Да? Я не могу. А что ты делаешь-то? Машину украсить. Что делаешь? Будет гонять машина. Гонять будет? Давай, гоняй. Ну вот. Ну скажи, наелись, переоделись. Виталий тут такую красоту нарисовал. Девочки, прикольная раскраска. Она тряпочкой можно смыть и снова рисовать. Только я не поняла, один рисунок-то получается? Не один? А что тут еще есть? А, тут еще вот дракончики, да? Дракончики. 2 что ли всего? Вот еще есть. И еще есть. Ну, для Матвейки, конечно, это рано. Такое, ну,
принципе, вот еще. В принципе, это долговечный материал. Прикольный. Так что не зря взяли такую раскраску. Ладно, Виталя хоть порисовал. Да, Виталя? Такой вот оригинал. Оригинал. Так, а тут где у нас Виталий нарисовал? Где ты все нарисовал? Не могу найти. Где? Которая? Вот это. Вот. Вот, как братик нарисовал. Вот так, ага. Вот так. Во. Красиво как. Да? Ну все. Нам надо заниматься. Обед варить. Да? Обед надо варить. Занимаемся, девочки, обедом. Виталя чистит рыбку, помогает. Там девочка наша попикивает. Попикивает. Что мама делает? Что мама делает? Мама луковку натирает. Быстренько натерем луковку. Фарш на терке. Да? Будем пироги стряпать? Матвеечка. А? Что? Ручку дать? Ну, ты видишь, мама натирает. У мамы руки в луке. Братик рыбу чистит. Данечка у нас ушел. Сено таскать. У нас сегодня погода такая хорошая, девочки. Вообще классная погодка. Коровки там ходят. Сено пожевывают. Матвейка пошел. Покачай, Матвеечка. Кроватку покачаю. Так. Вот. Она выспалась. Она очень долго спала. У нас время уже... Время уже обед. Потому что мы проходили... Это мы в одну сторону только, считай, пешком ушли. Обратно мы на такси приехали. Быстренько, вон сейчас у нас уже супец сварится. Ух, глазки-то щиплет. Супец, девочки, с фрикадельками. Рыбку сделаем в духовке. В духовке, Виталя, решили мы все-таки, да? Плачу. Тесто постряпаем, может. Постряпаем чего-нибудь, да? Сейчас сделаю фрикадельки. Супчик в маленькой кастрюльке, вон, по-скоренькому. Так что, вот так, девочки, исправляемся потихонечку, да? Потихонечку, помаленечку. Помощники помогают. Так. Ну вот. Побежал скорее папу встречать. Ну, я думала, ты мне помогать будешь. А все, тогда папа тебе что-то не даст. Все, ты не помощник мамин. Беги сюда, с этой стороны залазь. Вот тебе скалочка маленькая. Беги скорее. Обойди. Папа что-то даст тебе. Беги сюда скорее. Беги скорее. Даст, даст папа сейчас тебе. Кого папа даст? Давай, катай. Катай вот так вот. Вот. А ты встань на ножки-то сюда. Вот, давай. Мама стол пододвинет. Вот, тебе лучше будет. Будем пирожки с тобой делать. Фарш ложить. Да. Вон папа воду несет. Да. Саша! Ну ты дай ему. Дай ему. Мы купили, просто не дали, а сейчас папа пришел и даст. Что-то папа даст. Подожди. Не отвлекайте попозже, маленько. Давай. Молодец, да. Мама. Мама будет катать? Давай, смотри. Вот так вот. А ты будешь фарш мне ложить, смотри. Вот так вот берем и вот так вот ложим. Давай, ложь вот сюда, вот в этот. В этот сочин ложь. Складывай давай. Какие вкусные пирожки. Тут ты не черпай лучше. Ты не положил мне? Давай, 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 давай. Вот, молодец, как Матвейка помощник. Сюда ложь. Во! Видишь, какой ты молодец. Ты молодец? Ты хороший мальчик. Хороший. Хороший, конечно, мальчик.
Вот так вот. Куда ты побежал? Уходишь от мамы, да? Вот так вот. И кроватку так качает. И помогает ребенок, да, Матвеечка? Ой, какой Матвейка у меня золотой. Так что вот так, девочки. Ой, готовим. Готовим обед. У нас в духовке стоит уже рыбка. Супчик сварился, рис поставили. Сейчас пирогов нажарим. Наготовили, девочки, обед. Матвейка у нас не стал кушать. Папка его пытался накормить. Вот огурчики себе. Свеженькие огурчики, сынок. Приятного аппетита. Ты что, без огурца ешь? Огурчик надо кушать. Салатик надо какой-то делать. Сегодня чеснока купил, а помидорки не купили. Виталий хотел салатик, да? Надо завтра сходить или сегодня вечером купить помидорки, да? Так что наготовили, девочки, обед. Обедаем. Муж пришел с работы. Обедать не желает, он сытый. Даня у нас поделал дела и убежал гулять. Все. Так что втроем обедаем. Ну, а я с вами на этом, девочки, прощаюсь. У нас незаметно пролетает время. Да? Или гулять пойдем? Не пойдем гулять. Гулять Виталя не желает. Дел полно. Ну да, у тебя много там еще стирка отстиралась. Я половину развесила, там поубирать тебе надо будет. Много работы. Все, Евочка проснулась. Мамке надо быстренько хлебать и заниматься ребенком. Так что, девочки, все. Всем огромное вам спасибо. Ты меня зовешь, мой любимый мальчик мой. Мама сейчас быстренько похлебает и придет. Все. Спасибо огромное, друзья. И до скорых встреч. Всем пока-пока. Пообедали, девочки, собрались погулять. Хочу в коляску. Коляску. Сама хочешь в коляску? Да. В коляску, чтобы мать тебя катала? Да. Оделись. Закрыть ворота-то, наверное. Ага. Мы пойдем прогуляемся, сходим. Подышим воздухом, девочки. Возле плиты стояла. Все закрыли, мы не переживай. Мы недолго. А что ты, Марина, туда идешь? Пока готовила, возле плиты стояла. Упрела вся. Пообедали еще горячим обедом. И вообще, я говорю, пойдем все-таки прогуляемся. Сегодня ни минуты покоя. Ни минуты, девочки, покоя. Ну все, дочь, взяла коляску и поехала, да? Понравилось? А что ты ее качаешь, Марина? Она спит. Качает такая. Прогуляемся, подышим воздухом свежим. Thank you.